alla signora. Artur per lei, da. Как это хвалить? Стояли же сколько, да. Ну, мы не планировали там. Фотография, да, просто. Просто да, конечно, мы тогда готовили крымский сценарий в Запорожье, чтобы Запорожье тоже перешло. Вы знаете, вернулось домой. Да, слава богу, что а почему не был сценарий? Che tutto si svolge in maniera molto regolare, senza difficoltà o problemi. Я до сегодняшнего дня увидел, что все проходит регулярно в штатном режиме, без насилия и без никто никого не заставляет идти голосовать. And I think there is a very well organized electoral process here. По моему мнению, сегодня процесс референдума организован на очень высоком уровне. Я наблюдал за подобными процессами во многих странах. And well, I support the right to self-determination of the peoples. Я поддерживаю право на самоопределение народов. So of course I support the right of Donbass people or specifically Lugansk people to self-determination and to decide about their future. И естественно, конечно, я поддерживаю право народа Донбасса и в частности народа Луганской народной республики решать свою судьбу, определять свое дальнейшее будущее. Ого, Комиссия еще про.
рассматриваете, чтобы две подписи и печать, то это действительный бюллетень? The bulletin is correct if there is a sign and a signature. Да. Yes. За. 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 Yes.